Первый тайм попытались сыграть вторым номером. Все-таки Днепр, я считаю, команда мастеровитая. Тон задают игроки, которые прошли премьер-лигу и не только. А вот попытались сыграть вторым номером и не пропустить гол при этом. Но, может, можно так сказать, план не сработал, потому что ребята чуть-чуть поняли неправильно. С нашей атакой люди обучены, умеют контролировать мяч, то есть забирать мяч и отдавать его сопернику, но очень тяжело бегать без мяча все время. Вот. В этом плане второй тайм более был содержательным, вот, поэтому пошли и моменты. Первый тайм не получился. Хорошая игра, я думаю, с обеих сторон. В принципе, и картинка была хорошая. Первый тайм больше удался Днепру, второй тайм нам. Единственное, Днепр забил, мы не забили. Ну, в принципе, по игре я считаю, что ничейная игра. В принципе, нам и Синицы не хватало сегодня, и не хватало Игоря Чередниченко, который сломал палец. То есть человек наигрался в составе, сыграл игру. И ну, сегодня у нас был, в принципе, как бы цейтнот, потому что поставили Филиппа, сегодня он дебютировал. А вот, ну, были проблемы у нас не сколько в Синице проблемы, сколько проблема была сегодня в Чередниченко. Потому что человек опытный, человек может направить нашу молодежь, где-то подсказать, где-то прикрикнуть. На поле ну, нужны лидеры. А вот в этом плане для нас потеря Чередниченко была более весомая. И я думаю, что она сказалась на игре.